Всем привет! У нас сегодня очередная распаковочка. Даже сам не знаю, что это. Сейчас посмотрим. О! Это у нас автомобильный сканер. Очень классная вещица, особенно если будет она работать. Шел он 20 дней и стоит он 4,57 на момент покупки. Ссылочка будет в описании под видео. Вот такой вот он для Volkswagen и Audi. Вот. Бензиновые машины точно можно с ними все делать. А вот дизель не знаю. Вот у меня дизельная машина. Вот попробую на машине, как он будет действовать. Вот. По идее все должно быть просто. Вставляем в гнездо компьютерной диагностики, закачиваем программку на смартфон, и по Bluetooth он сообщается со смартфоном и передает нам все данные. Но лучше все это показать на практике, поэтому перемещаемся в машину. Так, ну вот я воткнул этот прибор в диагностическое гнездо. И сейчас посмотрим, как же он работает. В телефоне должна быть установлена вот такая вот программка. А также я еще установил вот такую вот программку, чтобы можно было прочитать коды ошибок. Так, ну что ж, включаем прибор. Так. Здесь окей. Нет данных пока. Так, включаем зажигание. Так. Сейчас. Так, вот. Связь с машинкой появилась. Такое обозначение пошло. Какой-то вакуум. Честно говоря, не очень знаю, что это все означает, но факт в том, что он что-то показывает. Так, попробуем завести. Это надув турбины. У меня машина дизельная, вот я хотел, чтобы именно на дизеле, интересно, работает он или нет. Потому что на бензиновой машине я проверял, там все отлично работает. К сожалению, этого не заснял. Так, попробуем, читает ли он ошибки. Так. Искать ошибки. Запрос кодов ошибок. Не может найти, точнее не может прочитать. Ну вот, как я и подозревал, что дизельную машину он не читает. К сожалению, это так. Вот, также я этот прибор проверял еще на дизельной машине 97 года, это у меня 2005, на 97 года машине он вообще ничего не показывает. Если здесь он хотя бы показывает скорость, надув турбины и, в общем-то, все, больше ничего не показывает, то там он даже не может как-то подключиться к машине. Вот пишет ошибка, ошибка, и все. Вот, поэтому этот приборчик, конечно, подходит только для бензиновой машины,
Вот. Там он эти ошибки читает, их стирает. Вот. Но для дизельной машины, конечно, этот прибор не годится. Вот такое вот заключение. Так что тем, у кого бензиновые машины, эту штучку можно купить. Вот. Ну, конечно, она скорее как такая, не знаю, игрушка, потому что даже на бензиновых машинах, не на всех марках, он может эти ошибки стереть. Скажем, на Peugeot он ошибки не стирает. На Kia пробовали, там он их и читает, и стирает. Вот, поэтому тут еще тоже зависит от марки машины. Но, по крайней мере, на бензиновой машине он хотя бы их читает. И можно будет посмотреть, что же там не в порядке. Вот, но с дизелем полный пролет. Вот, ну что ж, как есть, так есть. Ссылочка на прибор будет под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.